Дошколята округа отметили День защиты детей на сцене Люберецкого дома культуры. Там прошел фестиваль музыкального творчества «Радуга». Выступление юных талантов оценила и наша съемочная группа. Театр — мир сказок и чудес. Так звучала тема фестиваля в нынешнем году. А потому на сцене в танце кружились вымышленные персонажи. Воспитанники детского сада номер 18, к примеру, предстали перед зрителем в образе оживших цветов волшебного сада. Очень нравится детям выступать. На репетицию. Далеко едем по пробкам, но они очень все выдерживают. Молодцы. Иногда мы ошибались, иногда могли. Правильно. Потом мы поехали сюда, тренировались и уже выступаем сегодня. Мы там красиво танцуем, много зрителей, и сами мы одеваемся красиво. Фестиваль детского музыкального творчества «Радуга» проходит уже 13 лет. Для дошколят и их воспитателей это возможность подвести итоги творческого года и оценить собственные успехи. В этом году для этого на сцену вышли 250 юных люберчан. Ведь дети, они тоже личности, да, самоутверждаются. Выйти на сцену, показать себя – это для них, конечно же, большое достижение. Фестиваль «Радуга» – это прежде всего большой и красочный праздник для малышей. Кроме впечатлений от выступления, каждый из них получил грамоту и сладкий подарок. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.